Продолжаем путешествие по озеру, и тут какая-то букашечка, которая очень плавает. Какой-то жучок такой. Так интересно, как черепашка. Классно. Обалденно. Красота. Какой класс. Это он смотрит после оводы прилетели. Опс, улетай. Улетай, птичка, улетай. Эй, вот он, свой обитель. Ищет кушать. Да-да. Улетай, вот, тебе же будет нехорошо. Вот он еду кушает. Тут после купальщиков. Вот думаю, что это еда, наверное, осталась. Еще тебе еду тут. Зону свою обошел. О, зацепился. Да. Класс. Здорово. Что-то по кругу пошел. Ныряльщик. Замечательно. Прекрасная вода. Прекрасное озеро. Ощущение того, что это есть. Как будто ванная, природная ванная. Это похоже, что это искусственный источник, но тем не менее очень, очень естественно вписывается в окружающую среду. Камыши, песчаное дно. Ну, здесь вообще все песчаное. И водичка. Водичка очень замечательная, теплая водичка. Такое ощущение, что эти сосенки здесь посадили искусственно. Ну, хотя в этом сомневаюсь, поскольку здесь все природное. Да, замечательно. Когда плывешь, находишь слои воды. Ага. И они прохладные и теплые, да? Просто разные по плотности. Как ощущение у вас? Восхитительно. Замечательно, да. Прекрасно. Прекрасное место природы. Как-то здорово. Почаще надо выезжать нам на такие места. Да, заряжаться позитивом. Замечательно. Это вид озера, в котором мы купались после утренней зарядки. Эй, продолжим уже в столовой.